Друзья и враги, здравствуйте, всем привет, всем хорошего настроения и всего прочего. Так, подождите, нужно снять наушники, потому что я до этого сидел, озвучивал все это в наушниках и подумал, что, наверное, это не особо правильно, не особо нужно, да и вообще для чего я все это делаю, непонятно. Вот и никто не знает, вот и вообще, ну, такие, так сказать, ну, то есть, ну, неясно, непонятно и так далее, вообще зачем все это надо, кто все это делает и для чего они вообще нужны. И куда, и вообще, ну что вообще со всем этим делать. Однако, давайте перейдем к самой новости, которая сегодня у нас тут появилась, которую сегодня мы тут с вами обсудим, и которая сегодня, возможно, будет у нас, ну, как-то со всем этим, ну, я не знаю, взаимодействовать или не будет взаимодействовать, я не знаю, потому что, ну, это не важно. Вот, так давайте перейдем, как бы, Black Rush, там все вот эти вот вещи, все вот это вот прочее, а давайте перейдем. Maki Asher купил себе телефон на Android. Его выбор упал на Xiaomi Poco X3 Pro. Сделано это для игры на Black Rush, хотя раньше блогер стримил на... Я не понимаю, почему Life Mobile, при том, что, ну, как бы, рекламирует вот это вот все Black Rush и так далее. А нет, она тут не отметила Black Rush, но вот другой проект она почему-то отметила. И я не буду, разумеется, его называть, потому что для чего все это надо? Black Rush лучший проект, и я не вижу вообще смыслов в том, чтобы какой-то другой проект тут еще рекламировать, о каком-то другом проекте вам тут еще рассказывать, и вообще называть какое-то вот это вот название всего проекта. Я смысла во всем этом не вижу, не знаю, возможно, вы видите во всем этом смысл и что-то из всего этого можете извлекать, и не только. Но, ладно, это не особо важно, потому что сегодня нужно обсудить вообще все это. Maki Asher купил себе телефон на Android. Вот давайте начнем вот с этого пункта в данной новости. Ну, купил и купил, то есть бывает иногда, то есть люди, у которых айфоны, они понимают, что нужно заработать дополнительные деньги и покупают, разумеется, себе телефон на Android. А так, телефон на Android абсолютно точно никому не нужны, это полное говно, хуета и залупа. Тем более, сейчас ты даже, ну, не особо будешь понимать, какие телефоны на андроиде нужно покупать, потому что Samsung они лагают, Huawei были заебись, но там сейчас нет Google сервисов, а, допустим, я очень сильно привязан к Google сервисам, поэтому непонятно, для чего все это, как бы, нужно, кто сейчас будет покупать Huawei, лично я не буду. Есть Honor, но Honor там, ну, удачных моделек их мало, да и тем более Android это всегда Android, ты переходишь с одного Android на другой, то есть Android уже просто миллиард лет, а вы видели все эти анимации, то есть анимации на Android, они же просто ужасно. Я не знаю, почему нельзя их сменить. Почему на айфоне анимации они такие плавные, они все такие прорисованные, они все такие охуительные, а вот на андроиде они вот такие. В чем проблема? Я не понимаю, почему нельзя нарисовать нормальные анимации, чтобы глаз хотя бы радовался. Потому что сейчас какое-то подобие анимации есть на всех телефонах, на всех вот этих вот версиях андроида и так далее. Но все эти анимации, они какие-то, ну, ни к тому, ни к сему. То есть в айфоне, в iOS все это выглядит как-то более цельно, как-то более предназначено для пользователя. А тут сейчас ты сидишь такой, типа, чё? А зачем? А для чего, типа, все это вообще делает? И что? Зачем? Для чего? Нахуя? И так далее. То есть, я не понимаю. Вот лично я в данном случае вообще ничего не понимаю и не знаю, как это вообще все, ну, происходит, как это все делается. И, типа, чё? Зачем? Для чего? Почему? Как? Вот. Это примерно все мои какие-то домыслы, какие-то все вот эти вот мои мысли, какие-то все вот эти вот, я не знаю, возможно, прочие вещи и так далее. Поэтому, ну, как бы сами все это вы должны понимать, сами все это вы должны, ну, как бы устанавливать и не устанавливать. И в целом, ну, типа, андроиды, да, они вот такие. Maki Asher купил, сейчас он будет стримить, играть на проекте Black Rush. Это хорошо, это замечательно. Maki Asher лично я уважаю. Видели у него вот этот вот видос, где он такой, типа, ебать, что ты там, негр привел в GTA? Да и, так сказать, соси хуй своему не. Видели вот этот видос? Охуительный видос. Я обожаю Maki Asher. Maki Asher прям лучший. Вот эти вот видосы у него, где он 24 часа ест шаурму или ест еду только красного цвета. Или там вот это. Ну, вот, в общем, Maki Asher очень крутой. Мне очень нравится. А еще мне нравится Black Rush. А именно сервак Indigo, на котором я как бы играю. И на котором есть мой промокод хэштег ZDS. На котором есть мой никнейм Данила КПРФ. На котором есть все прочие вещи. Поэтому заходите, устанавливайте по ссылочке в описании лаунчер. И заходите на 11 сервак Индиго. Всем спасибо за просмотр, всем пока и, разумеется, до свидания.